Всем привет, друзья! Сейчас я в казино нахожусь. Сейчас вам покажу новое обновление в игре под названием XRP. Вот. Обновка. У меня сейчас на счету 203 605. Сейчас вам обнову покажу. Обновку. Вот. Вот обновка. Рубля под московские. Вы все таки дождались обещанного расширения карты. Встречайте. Встречайте. Новый остров Рублёво. Просторная территория под Московья с поселком. Заброшенный поселок. Винила для автомобилей. Новое расширение в тюнинг-ателье. Теперь каждый сможет показать весь свой креатив на своем автомобиле. Используй винилы, чтобы создать свой неповторимый стиль. Новая фракция в СИН. Фракция, которая добавит геймплей для заключенных и ускорит время проведения в тюрьме. Для этого всего лишь нужно выполнять работы на ее территории, но если устал от рутины, можешь попробовать сбежать с 12:00. 18, до 18:00. Ведь через 15 минут за территорией тюрьмы розыск пропадет. Новые начальные скины. XRP развивается быстрыми темпами. И качество растет аналогичным образом. Встречай новые стартовые скины, которые соответствуют текущему проекту. Радиостанция и противогаз. Теперь со скидкой более 50% успей купить. Время ограничено. Уникальная Audi TT 8S. Завлекающий стиль и красотка Audi с уверенностью спорткара рождает невообразимое сочетание, которое растопит любые сердца, успей испытать. Новые машины. Встречай новые машины в автосалонах города. И уже скоро Хэллоуин, то нам добавили. Вот. Мы решили ивент Хэллоуин. Мы решили разнообразить день, в котором мертвы ходят среди живых, и добавили увлекательные состязания, участвуя в которых можно приобрести уникальные товары и чип приложения в телефоне. Пацан, сейчас меня за АФК. Сейчас. Надо лечь отдохнуть.
Сейчас так, пафос, пафос, пафос. Далее. Период события с 24, крапка 10 по 7, крапка 11. Тут штрафы увеличили. Гонки за 0 рублей. Артист. И вот. Сюда есть и BMW X5M. Новые. Скин новый. И все. Так, все. Сейчас я на видео. Наверное, пойду на 150. Косарь. Давай. Ну, я на видео. Потом. Следующее видео. Всем пока. С вами был я, Secret Point. Подписывайтесь на канал. И вводите вот этот реферал.